Омский гандбольный клуб «Скиф» сыграл первые домашние матчи чемпионата страны. Наши спортсмены сразились с командой «Технолог Спартак» из Белгорода. В новом сезоне у «Скифа» амбициозная цель – стать первыми среди команд высшей лиги. Омский клуб получил поддержку правительства Омской области, у команды появился генеральный спонсор. Перед стартовым матчем к спортсменам обратился губернатор региона Александр Бурков. Я надеюсь, что... Мячи активно стартовали, провели серию точных бросков со средней дистанции, сделали 4 результативные атаки правым флангом, «Скиф» повел 13-8. Гости усилили давление в центральной зоне и сократили разрыв в счете. «Скиф» выиграл первый тайм с перевесом в 2 мяча, 19-17. Хорошо получался переход, хорошо открыли матч, потом случился небольшой затык, не могли парочку открытых моментов забить своих. И чуть вот на этом сократили отставание соперники. После перерыва белгородская команда здорово сыграла в защите, сделала 2 точных броска в быстрых контратаках. В итоге гости вышли вперед 22-23. Мы не сдались, как бы мы изначально стали проигрывать этот матч. Потом мы догнали, даже стали, по-моему, на один мяч мы стали опережать «Скиф». Вот. Такой характер проявили, потому что по ходу игры тяжело перестроиться. Но мячи сумели собраться и вернуть преимущество. Отлично сыграл левый крайний «Скифа» Денис Полтавский. 3 гола с игры и столько же с 7-метровых. А мячи повели с перевесом в несколько мячей. «Скиф» выиграл матч со счетом 39-35. Адреналин поднимается. Ну, и дальше, естественно, все так прет. Главное забить первые мячи, чтобы почувствовать всю уверенность. Собрались все-таки уже. Кучу, так скажем, на целое поддерживали, подбадривали. И все начало получаться. Во втором матче гандболисты «Скифа» вновь ярко сыграли в решающие минуты и победили 38-33.